Check. Проверка. Так, медицина нужна? Да, да, да. Скинь бинты, пожалуйста. Верка. Алло, алло, алло. Бинты прям так могут не скидывать. Радио Радони. Чей это слон? Стоит. Чей? Эй, я медик, какой это трик? Вы чё? Слот сломан. Стоит кто-то. Мне показалось, что это трик, а я трик. Короче, а матка трик? Сейчас. Это матка должен зайти сейчас. Мы слотами обнялись. Матка, что за дичь? Иди отсюда. Заткнитесь! Сюда иди, кто это сказал? Кто это сказал? На сборке. Привет, Аксель. Это привет. Матка, кстати, меня замазал на одну из них. Твои проблемы. Перепутал американскую и русскую форму. Тебя разбавил. Твои проблемы. Матка, кстати, один из самых нелепейших и тупых ников, которых я слышу. Да. Раз, два, три, четыре, пять. С детства с мамкой я дружу. Да. Ура! Ура! Ой. Короче, у нас только один конкурс. Что? Сделай так, что ты мог высунуться. Потому что я по-другому не заеду на самолет. Thank you.
пока еще нет. ПГБ все в самолете. Thank you.
Снимите. Пулеметчиков занимайте. Нет, там уже есть, нет?
Нам ехать на сбор, нет? Да, как погрузились, двигаемся на метку сбор. Поедется, погрузится. Все, поехали. Нам же на каком берегу надо поставьте метку. Себе лечить. Собирать их? СП на связи у нас? ТВ-шку включи себе. У них частота, наверное, другая. Так, прием, Блэйд Крэнчу, на них точная лапка на гриппе стоит. Блэйд Крэнчу, у тебя есть проблемы, мы как принял, и еще сейчас расставлю метки для движения. Так, три метки дал, продвиньтесь, А+, желательно быстрее крыть запад. Сейчас я поставлю. Да, сразу просматривайте тоже. Пятый, на метке пехотная часть, вы без ДМД находитесь? Да, против не залезай. Давай быстрее, нас там что-то уже на горе. Стоит,
без этого говорить. Чики, да? Ты целишься. И самолета кто на связи? Такого. Крэч, квадрат 100-162, Матареду. Проверьте на наличие боевой техники. Садите по нит. Смотрите, квадрат. 100-162, Матареду. Паркует, пробуй пройтись над нашим СФ, выйти с ними на связь. Ну каким макаром? Рядышком пройди, у меня не добивает походу даже до них. Они могут за горами. А у них частота небось 80, они просто поменяли. Ну сейчас попробуй еще раз выйти. Матареда, точно метка, засвет, точная метка примерно. Что делать? Принял, принял. Метка, который стоит, повторяю, Матареда, примерно точно. Я понял, ладно. Точно. В районе Баганга одну метку поставили, вторую не успели, сейчас вторую поставим. О, отлично, пятый, вы с техникой все-таки? Да. Круто, молодцы. Сейчас дам вам меточку новую. Так, СФ, секундочку. Можете пока затаиться и наблюдать восток, восточную дорогу. Нормально работает. Пока задачи для вас нет, то вы можете какую дорогу, Восточная главная дорога, Тандак, Коня, если там что-то видно. Грузимся в машину. Вас понял, постараемся. Парень, зачем должен. Так, ГБ, ЮН, мне нужно, чтобы вы поднялись на свою высоту южнее вас, в Восточную. Пронаблюдали хребет Пика де Перес, там где метка стоит на технику. Технику свою не выводить, пехоты наблюдать. Куда мы улетели? Вы приняли, выдвигаемся на позиции. Так, внимание, там пехота на выход. Задача была вам, ГБ, пока оставайтесь на восточном побережье, возможно пойдете по самому побережью. Юэн, мне нужно, чтобы вы каким-то макаром пронаблюдали ту лавку, есть она там еще? На этих высотах стоит техника. Здесь. Юэн принял. Она для нас в слепой зоне, мы ее не увидим, надо сближаться. Юэн понял, сейчас посмотрим. Нам на пик революции надо, чтобы ее увидеть. Говорит Крэч, на Баганга две метки техники сейчас поставим. Одна в городе, другая восточнее. Принял. Крэч, нужно, чтобы ты еще обновил метку на пик ДПР. В принципе, это... Принял, сейчас еще. Нам же вроде не, что-то не здесь ситуация. Стой, мы тут...
сторону, чуть-чуть восточнее, юго-восточнее, чтобы наблюдать где-то на 100-110, там прибор, этот выступ такой, с камнями. СФ, а у вас 281 высота, восклицательный знак, там что-то было замечено или просто? Значит, СФ, в местах перед нами розовый стоит, замечено, брат. Возможность подняться выше или что, мне нужно что-то пронаблюдали все-таки ее. ГБ опасно выпускать туда. Ну ты подскажи, куда нам конкретно вот выйти на позицию для наблюдения лавки? Да, попробуйте, может, 452 настолько обогнать высоту. Понимаешь, ну, что сложно? Окей, возьмем 452. А плюс 5-й, займите позицию новую. Нет. Берегите только технику. Принято. Да, метка точная на гребне между самым высоким и чуть пониже стоит. Сейчас поставим точно. Рад, если ты у Юэна в беги на восток от них. Сейчас метку очень точно. Я слышу, как лавка стреляет. На землю где-то 140-160. А, вижу, я это... Еще раз поставили лавку, там же пехота рядом, попали. Да, не дали, но нет. Судя по помехам, это недалеко от тебя. Принял, пока ее не пугайте, пусть она там торчит, попытаемся пронаблюдать ее. Принял, еще другую технику. СФ, нужно, чтобы вы заняли район Тандага, квадрат 118-143, для наблюдения северо-востока, восточной и юго-восточной части от него. СФ, приняли? А плюс 5-й, внимательно очень на запад, там непонятно, что за техника. А плюс принял. Это самолет гудит или едет что-то впереди? Смотри. Погодите-ка, наготовились еще. Там Юань должен быть, да? Чешуется по красной метке. Нужно, чтобы отработали где специальный знак. Отработал самолет и желательно вертолет. Прижимайте к самофат. На маленький... Приняли, приняли. Речь приняли. Так, на гребень аккуратно вылазим. На базиму тут. 160, это лавка далеко. Километра полтора. Два почти. А повторите, кто последний выходил на связь? Принял пятый. Пятая задача, все-таки юг больше смотреть. А плюс запад. Там что-то получилось, вы видели там что-нибудь? Поднимаемся, не видим. Прием, метка лягух, пацаны стоят. Там пятые должны были быть. СФ, СФ, извиняюсь. Свои, то есть, да? Принял. Да, да, там должны быть свои. Нижнее их, на восклицательном знаке вроде был враг. А плюс достиг метки. Наблюдаю.
дальше по хребту не идем туда, да? Пока не идем. Пока смотримся там. ГБ, вы ЮН прикрываете с востока? ГБ, да, восток еще не видим. На слоне. СФ, повторит. Примерно на место. Принял вас, СФ, спасибо. Отходите оттуда на северо-восток. Смещаемся чуть восточнее. Можно восток перекрывать. На западе двигается ЮН, они навстречу ЛАФу. Наша задача с востока прикрыть их пока. БМД пока на месте. Пятая, новая метка, продвинуться максимально быстро. БМД на месте, да, но высветить, чтобы восток наблюдать от вас. Там такой кусок небольшой, его мониторьте. А плюс новая метка выдвигать. Метка чего-то, какая-то техника. Плюс внимание, на западе от вас Матареда новая метка. Пронаблюдайте тоже под орда. Это уже ново. Может это наша техника, не знаю, просто там где-то. Я там вижу пехотинцев своих, кто это метку дал. Чё-то. Нет, ну чё-то дал самолёт. На чё-то своих пехотинцев быть не должно. Полминуты отойду. Алмаз, ты это говори. Алмаз, ты говорил про своих пацанов на метку? Алмаз-то нет. Гаврил Маврик, там есть контакты, там свои. Между чё-то я плюс. Не знаю. Принял, кто. Маврик. Южнее вас должен быть пятый, а на запад от вас должно быть чисто. Своих быть не должно. Очень странно. ЮН забрались на гребень, насколько видим, ничего нет. Принял вас. Крэйч, пройдите где-нибудь там. А, блин, ты на посадке. Аркует на связи. Да, Крэйч почти на посадке. Аркует на связи. Короче, как поднимешься, выйди на связь. ЮН. Пехотой с западного края высоты пройдите еще южнее. Потихоньку вылазьте, осматривайте на юг. БМД ведите сзади метров 100-150. Не высовывайте ее на грейд. ГП, сейчас вам дам полностью новый лет. Фрэнк, повтори по поводу Бэхи, где ее держать? ЮН, БМД держите сзади от себя, на гребень не высовывайте, метров 100-150. Желательно Принял. Пехотой увидеть юг, расположение там лав. Принял маркер, лав вижу, будем прыгать. ГБ, идете за ними, расстояние метров 200. Обновляйте метки на себя, пожалуйста. Вы приняли. Все, кто меняет позицию, обновляйте метку. 1, 2, 3. Связь, 3, 2, 1. Так, в общем, новая задача. Сейчас будем двигаться за ЮНами, они от нас на западе. Они сейчас вперед пойдут, мы за ними метров 200 будем идти. Мы ждем. Техника тоже? Или? Техника, подтягивайтесь, пока южнее. Поехали. Откуда? Где-то, блядь?
чем? Мы здесь остаемся. Вены идут на юг, дальше мы идем за них. Напиши, пожалуйста, на карту. Нет. Вот слышишь, на 220 шумит лампа. Это лампа, урай, лампа, блядь. Это БМД едет за Вены. Мы идем за ними, меня она на 300. Значит, на 300. Стой. Поехал наверху, отойди.
нас тут чужие, это практически не слышу. Азимут, подожди, можете? Старайтесь тогда хотя бы метками на карте что-то обозначать. Блять, ее отсюда не видно, не видно. 150. 160. Сейчас я подойду прямо к их и скажу. Че, поближе надо подтягиваться, да? Я понял, на высоко. Ровно 155 где-то. Вот между вот этой большой пикой, видишь, внизу? Вижу. А плюс новая метка, побыстрее туда выйдитесь. Это большой. Понятно. Вот она прямо на пологом месте вот там стоит. Между вот маленьким и большим. На плюс приняли? Плюс. Дальняя связь сейчас не позволяет. Прям там, пусть он на 240 поднимет. Тихонько, да. Триганьте клиентам. Левее, правее или нормально? Не торопись, потихоньку. Отсюда они тоже не увидят, отсюда тоже не видно. Вам надо наоборот. Видно, видно. Да я смотрю, не вижу. Ген, потерь нет. Так, остановись пока. Стой, пока стой. Стой, я сейчас скажу, где и будет видно. Сразу на 5 получается, просмотрите, помню. Что-то она не хочет меня стрелять больше. Принял вот, на 5, вот, а сама стою, база вот южнее вот снизу. Видно для вас? Видишь меня? Позвонись на меня на 200. Да сюда они пока залезут, их 20 раз ёб. Статик, поруковайте там водкой, я смотрю. Вам нужно будет прийти на 150 высоту Капони, но только когда обезопасите базу. На меня. По идее, она у вас сейчас должна появляться уже, исчезает. 152. Вот на моем месте ее ровно видно. Чтобы не достигли позиции. 152. Да, 152. Понял, где она? Давай. Нет, еще в движении. Сейчас должны увидеть. Ускорьтесь, пожалуйста. Ивен, проблем нету? Работаем. Тихо, стой. Готово. Уезжай, попадание, сгорело. Это ГБ, уничтожили лавку на метке. Минуты отойду. А, красавцы, сейчас дам задание пока. Держите подходы ближайшие, к вам никто там из пехоты врага не подошел. И за это время могли к вам выдвинуться уже по востоку. Принято, все, двигаемся 230, дальше назад уходим. БМД тоже наверх. А, судя по всему, ГБ уничтожил одну из лавок, там возможно вторая есть. Возможно. Принял. Поэтому пока аккуратно. А Юэн, со столько от вас по этим склонам, вам возможно подняться? Чекью, да. Все, ладно, безопасно. Надо на будущее запомнить, стрелять без ПТУРа, чтобы рядом с этой херью не стоять. Я ж не без волоколпа. Ну что, фугасами обработать? ЮБ на метку. Высоту профилактически. А, так, внимание, шаг на ДВ. Делаем шаг на ДВ. Гуру здесь? Гуру. Подождем, подачу. Шаг. Гуру, походу, вылетел. Yes. А я уже это сделал. Вылетел.
Двигаемся на 200. Выход пока на высоту, как заберетесь на юго-запад, встаньте там, смотрите юго-запад. Пехота, идем 200. Юго-западная высота 290 вас. По западному склону идем. Я не знаю, я в движении не могу, но на открытом месте не могу карту посмотреть. Метка на технику стоит без указаний, чья. К ней подъем. Да, обоев, я же сказал, не могу я карту посмотреть. ДГБ. Нас на 220 я вижу бой. Там проехал БМД. И за ним бежит какая-то пехотинец. Там пехота, там много своих. Все понял. После лавки дымовые гранаты. Пока двигаемся на 200. Но... Давай на круг. Там пехота вражеская. Почему? Вась, кого ты видишь, накрывай, если не видишь. Все равно подстреляй, если даже не вижу. Потому что по ним стреляли БМД ЮН. Брат, ты живой? Да, живой, я походу рядом с венами. Спускайся на запад, вниз. Там лесок будет, прям сразу. Сколько спустишься? На себя тоже метки обновлять иногда. Обновил. Пехота, двигаемся дальше на 200. Нам надо выйти на метку френд. Еще раз.
Там будет дорога с Т-образным перекрестком, я которая на запад уходит. Ты нам-то что делать? Тут торчит никого. Спускайтесь на запад, в низину. Ближе к нам, короче, подтягивайтесь. Только мониторьте запад внимательно. Новое указание, к дороге не спускаемся, перед дорогой закрепляемся на холме таком небольшом. С елками и детками. ГБ, прием. Подтягивайся к нам. Ближе. На окраине леса встаньте, я сейчас дам вам метку, где встать. Примерно. Где-то на высоте, короче, 292.
284. Как бы. А, ну понял. На сколько? Ну стойте, значит там на нем. Ну что там взора нет почти. Ёлки. Возвращайтесь в западе. На западе тут редкий лес. На запад съезжайте. Ветки Defender где-то, но прям. На юг, то уже дальше смещается. От нас на 215, но КП-1 по полю пошли, не можете звонить. Там Defender метка стоит. Нет, фронт. Хотел насчет шага уточнить. Да. По шагу уточнить, какой шаг у нас? 0,60. А, окей, это все стерли. Записывать надо перед. Я записывал на первый, на второй, на третий не стал. Сейчас писали и стерли на карте просто. Двигаемся на юг, пехота. Ровно 180. За дорогу. Я уже зону вижу, прием. Рыб, пошли на юг. Ты на корчиках идет. Город, ты видишь, да? Нет, я уж в ёлках. Где военная база? На юго-западе. Если знаешь, тебе надо к ней добраться. Мы здесь где-то. На военную базу? Если не можешь, тогда... Я могу пойти подождать и потом в зону двинуться. Может дать им сигнальный? Чтобы видел нас к нам подошел, как ты думаешь? Вроде нет. Пехота на 150 будет лесок такой, он с елочками. В нем закрепляемся. Карта есть на баху, есть метка. Поиграно. Нету карты.